День, дорогие друзья, сегодня мы поговорим про то, как создать канал в Телеграме. Для того, чтобы его сделать, нужно открыть Телеграм. Мы это будем делать на компьютере, как вы заметили, поэтому это будет удобнее немного. Далее в чатах выбираем карандашик и в выпадающем списке жмем на New Channel. Тут соглашаемся, Create. Вводим название канала. Живи, путешествуя. И описание. Жмем Next. Канал у нас будет публичный. Если вы хотите, чтобы все к нему могли присоединиться, или приватный, если не хотите. В данном случае это будет публичный. И нужно придумать ссылку для вашего канала. У нас такая вот будет свободно. Главное убедиться, что у нас все это может функционировать. И жмем кнопочку Done. На этом все. Канал Живи Путешествия создан. Вы можете его настроить. Да. Настроить, добавить фото. Какие-нибудь по умолчанию. Вот тут у нас земля есть. Даже в тему. И все. Канал создан. Вот эта ссылка, которая вам нужна для того, чтобы делиться вашим каналом.